Друзья, всем еще раз привет. Любляна, столица Словении. Вот так она пишется. Здесь вот фотосессии. Очень красивый город. Чем дальше от старого года, дома все современнее и современнее. Это вот старый город. И вот сейчас вот видите, вот там вот между деревьев фуникулер к замку. О, вот там вот. Народу, кстати, никого. Сейчас мы подойдем. Замок находится на горе. Это один из самых известных замков. Люблянский замок, так он называется. Раньше там была крепость. Да и вся Любляна, если честно, была только там. Потом вот здесь вот бедные построили дома. А сейчас здесь новая архитектура. И очень красиво. А здесь вот рынок. Рынок местных товаров. Местных товаров и всяких магнитов. Купим для Арзамаса магнитики. Всем удачи, добра!